Здравствуйте. Ну, Васильевич, с победой. С очередной над нами. Ну, хорошая игра, наверное, была. Для зрителей, наверное, очень хорошая была. Ну, где совершили свои ошибки. Ну, так, в принципе, о чем говорить. Моменты были, не забили. Большинство не забили. Это самое важное, что у нас. Ну так, мы играли в равных условиях. Ничто, большинство. Наверное, там было равное по минутам. Так, готовимся к следующей игре. Спасибо. Ну, наверное, перенастроились, перегорели. Первый период играли так робко, как-то так неуверенно. Все со второго периода вроде более-менее уже играли получше, да. Ну, очень так, скажем, легко пропускали. Еще хорошо Ковач у нас выручал те моменты, которые там были, довольно много бросков. Ну, после двух периодов там было 30 уже. Да. Вот. Ну, а так молодцы, ребята, потом немножко освоились со второго периода, начали бороться так более-менее. Ну и все. В общем-то, забили, да, довели, хорошо довели до победы эту игру, потому что там уже было тяжело в конце. Все. Коллеги, представляемся себе на вопросы. Григорий Ян. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, по рекорду прихрамывая, всегда уходил, с ним все в порядке? Да вроде бы, да, пока. Ну, это завтра будет ясно. Если бы вам предложили назвать лучшего игрока сегодняшнего матча, кого бы вы особенно любили? Ну, я думаю, Голыш, наверное, сегодня провел хорошую игру. Мало ли бывает. Вот, кстати, о Голыше. Паре в звене с Голышем очень хорошо действует. Так ли велика потребность в канадском звене при возвращении по рунту? Посмотрим. Спасибо. Всем Максим, спортивный спорт. Сегодня голы получились на заглядение. Вам нужен такой раздражитель, как СКА? Ну, да, мы проиграли два раза Риге, команда на последнем месте. Мы проиграли два раза Югре, которая тоже на последнем месте. Все настроено, да, если настроены ребята, то играют, и игра получается. Как только чуть-чуть встали, там примерно мастерство-то одинаковое, да, и все, и тут же и получишь. Скажите, матч был довольно эмоционально затратный, на Динамо хватит эмоций? Живем, увидим, через день увидим это. Владимир Васильевич, довольны ли сегодня игрой, самого выбрасывания? Ну, так, в принципе, неплохо выигрались. Но сегодня все были настроены, понятно, раздражители очень сильно. Команда идет уверенно, далеко-далеко на первом месте. Да. И нам еще надо тут очки набирать. Все просто. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Олег удачи. Что вы говорите? В Корее удачи. Спасибо. Под этим.